корпус с офигенным продувом, хорошим дизайном, отличным внешним видом и доступной ценой. Все это First Player XPE. Это полноразмерный корпус, в который можно поместить материнскую плату любого размера. Сбоку закаленное стекло, а не акрил, что уже плюс для этого ценового сегмента. В комплекте 4 тихие RGB вертушки, 3 на вдув и 1 на выдув. Но, к сожалению, подсветка статичная, так как в наличии нет контроллера. В этом корпусе можно собрать ПК с видеокартой любых размеров, и плюс ко всему есть возможность расположить ее вертикально. Сверху кнопки включения, перезагрузки и управления подсветкой, но без контроллера она бездейственна. Сверху пылевой фильтр на магнитах и есть возможность установки 3 дополнительных вертушек или 3-секционной водянки. Для укладки проводов места предостаточно. Из минусов могу выделить отсутствие пылевого фильтра спереди. В онлайн-трейде такой корпус стоит меньше 5000, и с учетом того, что сейчас абсолютно все корпуса подорожали, такая цена весьма приемлема за такой функционал и внешку.